В очередь за знаниями Липецкий технический университет абитуриенты осаждают уже полмесяца с тех пор, как стартовала приемная кампания. Документы подают строго по очереди, электронные, но талон еще не гарантирует долгожданной встречи с комиссией. Я уже 156-й человек. Не знаю, успею я сюда подать документы сегодня или нет. Наверное, придется приходить завтра. Желающих погрызть липецкий гранит науки предостаточно. Заявление в ЛГТУ на бакалавриат специалитет подали 1500 человек, а бюджетных мест всего 843. Приезжают абитуриенты из соседних областей. Диана, например, из Орла. Специальность выбрала не женскую, мехатроника и робототехника. Но уверена, профессия востребована. Я думаю, в Липецке достаточно заводов. Ну и, например, программистам тут, конечно, у нас в Липецке нет специализированных предприятий, но, возможно, устроиться на какой-то, опять же, завод куда-то возьмут. В ЛГТУ можно получить не только высшее, но и среднее образование. Направление действует с прошлого года и довольно популярно у одиннадцатиклассников. Ведь поступить можно, сдав всего два обязательных экзамена – математику и русский. Поступают они к нам по аттестатам. Вот, форма обучения платная, вот, бюджетных мест на данном направлении нет. И планируем, возможно, в следующем году даже набирать абитуриентов на базе 9 классов. В машиностроительном колледже такого наплыва абитуриентов нет. В среднем заявления подают 30 человек ежедневно. Документы на сегодняшний день предоставили около 300 девятиклассников. При этом мест в колледже всего 250. Ежегодно у нас до 3 человек на место поступает. То есть и сегодня мы ожидаем, что не менее 2 человек будет. Наиболее востребованы, значит, специальности, они у нас традиционные. Специалистов готовим для Новолипецкого комбината, для Индезита, для Газпрома. То, что учиться в колледже легче, чем в вузе, это стереотип, считает Анна Окунева. Девушка выбрала профессию техника газовой службы и надеется, что она гарантирует ей трудоустройство. Ведь по статистике почти 80% студентов машиностроительного колледжа находят работу по специальности. Мне тут нравится, интересно, тут моих много знакомых и друзей, мне хочется быть с ними поближе. И вот я выбрала профессию очень интересную. Приемная кампания в самом разгаре. Документы в разные учебные заведения Липецка будут принимать до сентября. Анастасия Сердюкова, Михаил Жилкин, «Липецкое время».